ешь, снимать то, что ты пьешь. Вот. И самое главное, не рассказывать, что ты блогер твоей 15-летней дочери. Да, блогеры. На самом деле, еще, чтобы стать блогером, нужно быть, знаете, тёлкой на ЗОЖе с мейкапом и иметь свой продакшн. Вот. Но пока вы составляете нормальное предложение из этих слов, я продолжу. Вот. Но премия у нас сегодня супер мамы. Я на самом деле тоже мама. Тут тоже могу поддержать. Да, спасибо. Младшая дочь у меня здесь. Вот. Но сейчас немножко не об этом. Скажите,